скорхом какой-то. Скорость, вот туда заходили, вот этот вон. А вот туда, вот туда, вот туда. Прилезаю сумку с камеры. Ну, как-то оно... А чего же я сумку взяла, а не рюкзак, а? Вы знаете, вы вышли, я посмотрела, думаю, может, вы рюкзак забыли. Беру рюкзак, смотрю, там сидим. Значит, сумка балдая, мама. Вы были неосознанны. Вот там, где стоит этот маяк. В 2016 году маяку будет 200 лет, но в древние времена здесь тоже был какой-то ориентир для моряков. Имеется в виду греки, когда начали осваивать эти места 2,5-3 тысячи лет назад. Ну, некоторые говорят, что 7 тысяч лет назад. Херсонес датируется в Севастополе 7. Маяк действующий, это российская территория. У маяка интересно расположены окна, строго по сторонам света. Вот эти прозрачные восток, с левой стороны, которые смотрят в море. Залив Караджа, Караджинский залив с белым песком, где вы купаетесь. Так называется, так раньше называлась Оленевка. Жизнь не вечна. Сядь! Наискось пошли вот эти. Это как пицца работает. На волнах есть такая пленка. В этом вся соль вкусная, это вот балаклава, где есть где-то время, где такого нет. Наверху интересный колонн, смотрите, как он гладкий, его постепенно вымывает гребень волны во время шторма.
Поле на пару потом, потому что это не все Вот это пусто визитная карточка всего побережья, самая красивая, называется Малый Антеш. Вот здесь в 85-м году снимали снимали только освоение моей. Дайте мне жилет! Я без жилета не поплыву! Спасательный жилет! Спасательный потолок! Идите там. Ефимович! Вы уверены, что вы правильно пошли? Да, он точно уже вышел. Ой, класс. Какой класс. Выходящий лучше выплывающий. Я чувствую себя русалкой. Поехали. Он сказал, поехали. Он махнул рукой.
дрожала, конечно. Куда же дела? Ну что, давай вперед. Грузись, грузись. Вот ребенок грузится. Даже такие маленькие дети. Сейчас я сниму.